В Москве 13 августа прошел пикет памяти жестоко убитых в Чечне главы благотворительной организации «Спасем поколение» Заримы Садулаевой, ее мужа Алика Джабраилова и расстрелянного в Дагестане журналиста Малика Ахмедилова. Я недавно говорила вот со своей знакомой правозащитницей в Чечне. Она после убийства Заримы, она сказала, что... Впервые за все войны, она все войны провела в Грозном, в Чечне. Сколько раз был шанс вот так погибнуть от случайной пули. И вот эта вот женщина мне сказала, что вот вернувшись с похорона Заремы, она впервые за все эти годы почувствовала страх. Пошла полоса убийства правозащитников в Чечне. Первое чувство – это чувство тяжелой боли, горя от того, что мы потеряли этих прекрасных людей. Как оценивать это? Как это объяснять? Ждать ли следующих убийств? Или, или все-таки остановятся они на этом? Вот я просто не знаю, что сказать, не знаю, что тут подумать. Слов нет. Настолько это ужасно страшно. И насколько это со стороны убийц и тех, кто заказал убийство, мерзко, подло, отвратительно. Такое могут сделать только подлые трусы. Почему вы считаете, что Кадыров должен уйти в отставку? Я считаю, что он отвечает за тот режим, который сложился в Чечне. Там идет действительно охота на людей. То, что он говорит по этому поводу, что, например, силовые структуры Чечни ему не подчиняются, это невозможно поверить, потому что там режим личный. То, что он сказал по поводу Натальи Истемировой в последнем интервью, это вообще возмутительно, ни в какие ворота не лезут. Еще когда убили Анну Политковскую 2 года назад, он сам сказал, что вот она, ее убили, и про покойных говорить нехорошо, это не в духе нашей морали. Теперь он уже выступает сам так. В акции на Пушкинской площади приняло участие 35 человек. Такое могли совершить только в Чечне, могли совершить только люди, близко причастные к власти. Только вот какой именно, я не могу сказать. Это инициатива Кремля или это инициатива кадыровцев или еще каких-либо структур. Один эмоциональный пикетчик написал на своем плакате оскорбляющий Владимира Путина лозунг. С требованием удалить этот лозунг в связи с тем, что он не по теме, к организатору акции подошли чиновница и майор милиции. Нет, он держит вот с этой стороны. Вот это держит. Это нормально, никто не возражает. Да. А стороны? А обратно не показывают. Вы подписываетесь об экстремистской деятельности. Просьба была этот плакат убрать, иначе будет самое забирать, предъявлять и вместе с организатором забирать милицию. Ну и я попросил Владимира, он убрал, изменил другим плакатом. В июле после проведения пикета в памяти Натальи Истемировой Виктор Сакирко дважды задерживался милицией по обвинению в превышении количества манифестантов. Мы считаем, что никаких нарушений не было. И милицию оттащили. Милиция считает по-иному. Сказать, кто прав, кто виноват, должен суд, в конце концов. Но проблема осталась, потому что милиция до суда не довела. Реально она это не довела. Фактически она признала свою неправоту. Заринку хранили.